Виктор Иванович погиб в этой битве. Погиб, не умер, погиб. Так неужели мы не будем достойны его памяти? Так давайте мы понесем слово Виктора Ивановича Илюхина дальше. Уважаемые боевые товарищи, в соответствии с решением Общероссийского офицерского собрания, состоявшегося в феврале 2008 года, его президиумом был сформирован военный трибунал по оценке деятельности бывшего президента Российской Федерации, бывшего верховного главнокомандующего российскими вооруженными силами Владимира Владимировича Путина, ныне председателя правительства России. Офицерское собрание не могло пройти мимо той разрушительной политики, которую проводил и продолжает проводить Путин по отношению обороноспособности и безопасности России, по разрушению армии и флота военно-промышленного комплекса. Следует отметить, что эта деятельность во многом стала возможной в результате пассивности российского общества, военных и военной оппозиции, совершалась под покровом крупномасштабного популизма и одурманивания нации, которым нет примера в новейшей истории, если не вспомнить геббельские методы промывания мозгов. Нынешнее поведение общества и армии можно сравнивать с поведением загнанной лошади, которую ведут на убой, но еще чуть-чуть подкармливают в дороге, и она тем счастлива. В своем обосновании мы исходим из того, что президент концентрирует в своих руках неограниченные, исключительно важные для управления государством и обществом полномочия. Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, утверждает военную доктрину Российской Федерации. Он формирует российское правительство и руководит его деятельностью. При этом мы исходили и исходим из того, что многие тягчайшие последствия его правления вполне очевидны и не требуют доказывания. Очевиден и процесс постепенного разложения России под прикрытием невыполненных обещаний об увеличении валового внутреннего продукта в два раза к декабрю 2010 года, рассуждения о программе 2020, о якобы решенных военных вопросах, о проблемах демографии и так далее. Наша страна в исторические короткие сроки оказалась отброшенной за границы цивилизованного развития 21 века. Россия фактически перестала быть независимой промышленной державой, у которой нет сегодня конкурентно способного машины и станкостроения, радиоэлектроники, самолетостроения и автомобильной отрасли. Страна потребляет почти половину зарубежного продовольствия и не может обуть и одеть своих граждан. Однако мы предлагаем военному трибуналу сконцентрировать свое внимание на оборонном аспекте. Мы исходим из того, что все деяния, приведшие к существенному ослаблению обороноспособности страны, Путиным совершены осознанно. Между его действиями и наступившими последствиями есть прямая связь. Мы также осознаем, что развал вооруженных сил страны начал Ельцин. Однако Путин не только не воспротивился этому, а усилил его. Будучи президентом страны 30 августа 2000 года, он, подтверждая свою приверженность ельцинскому курсу, внес в Государственную Думу законопроект о гарантиях президента Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий членам его семьи. В статье 3, я считаю необходимо об этом упомянуть, закона закреплено, цитирую дословно: «Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента России». Таким образом, Путин с послушным ему парламентом фактически выдал самому себе, я это еще раз подчеркиваю, самому себе индульгенцию на совершение преступлений, их полную безнаказанность и безответственность при исполнении обязанностей главы государства. Это произошло после того, как 14 сентября 2000 года Россия подписала Римский статут Международного уголовного суда, в котором есть и такое требование. Должностное положение как главы государства ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной ответственности. Противоправные деяния Путина до президентства и во время президентства выразились в разных формах.
начиная от участия в так называемой операции по неправомерному перемещению Собчака через государственную границу под видом влечения его во Францию, а фактически увода от уголовного преследования, которое вела против того Генеральная прокуратура Российской Федерации в начале 90-х годов, до умышленного ослабления обороноспособности российского государства из-за существенного недофинансирования через издание явно несостоятельных указов, распоряжений, назначения на руководящие должности, очевидно некомпетентных личностей, формирование органов власти на базе питерского мафиозного клана, порождение во власти безответственности, бесконтрольности, обстановки всеобщей коррумпированности и вседозволенности. Обвинение считает необходимым особо подчеркнуть, что именно при путинском правлении коррупция и казнократство достигли неимоверных размеров, существенно ослабив обороноспособность страны. Не кто-нибудь, а Путин, будучи президентом, в 2003 году внес в Государственную Думу поправку в Уголовный кодекс об изъятии такого эффективного средства воздействия на опасных преступников, как конфискация имущества. Шаг сделан явно в интересах криминальных элементов организованной преступности. Поправка была принята единороссовским большинством в Федеральном собрании, и только лишь под давлением международного сообщества конфискация в 2006 году была возвращена в Уголовный кодекс. Поступок Путина дал возможность еще раз оценить его сущность как человека малонравственного и корыстного, защищающего интересы олигархического капитала. Если сегодня появились утверждения о том, что он сам сконцентрировал огромные богатства, исчисляющиеся в миллиардах долларов, то не вписывается в логику поведения Путина. Находясь в 1998-99 годах во главе ФСБ России, он расформировал управление экономической контрразведки и контрразведывательного обеспечения стратегических объектов. Первое выявляло все самые тяжкие экономические преступления, второе не давало уводить предприятия, составляющие славу страны, в собственность иностранцев. Если верить официальным данным, Путин Владимир Владимирович родился 7 октября 1952 года в обычной советской семье. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, по распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-90-х годах по линии первого главного разведуправления КГБ СССР работал в ГДР. Вступил в КПСС и до 1991 года находился в ее рядах. Затем, когда Компартия перестала отвечать его корыстным интересам, покинул ее и примкнул к партии «Единая Россия». Будучи беспартийным, стал ее лидером, после чего в партии вокруг нее образовалось скопище казнокрадов, коррупционеров, откровенных насильников и прочих негодяев. Ударный отряд единороссов из депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во многом стал проводником путинской политики. Достаточно напомнить, что единороссы в парламенте России, не задумываясь, одобрили передачу Путиным китайцев островов в Амуре. Это 340 квадратных километров российской земли. Придали полному забвению российские интересы, поддержав голословное утверждение Путина о расстреле СССР польских офицеров под Катынью. Протащили губительную для страны жилищно-коммунальную реформу и многие другие законодательные акты, больно ударившие по авторитету значимости России, а также больно ударившиеся по благополучию нашего народа. Свой уход из органов госбезопасности В. Путин объяснил достаточно просто. Цитирую его высказывание. «Я уже понимал, что будущего у этой системы нет, у страны нет будущего. А сидеть внутри системы и ждать ее распада, я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме». А далее он заявил. «Собчак, безусловно, был ярким человеком и видным политическим деятелем, но связывать с ним свое будущее было достаточно рискованно. Все могло просто в один момент развернуться». Мы считаем, что господин Путин и сейчас думает о запасном аэродроме. Вот таково признание будущего директора ФСБ, а потом и президента страны. Я бы это назвал признание мерзким, циничным, признание приспособленца, но не чекиста,
и негосударственного мужа, который в первую очередь обязан был думать о безопасности и благополучии страны. Эти личностные качества Путина во многом определили мотивацию его поступков на посту президента и председателя правительства России. Достаточно сожаления, что он до сих пор остается у руководства страной. После поражения Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга Путин оказался не у дел. И Чубайс, будучи руководителем администрации президента Ельцина, трудоустроил его к себе на работу. Вот так оформился тандем Чубайс-Путин, тандем с Чубайсом, который является американским орденоносцем. Вы все прекрасно понимаете, в связи с чем и за что. 26 марта 2000 года Путин избран президентом страны и в этой должности будет находиться до мая 2007 года. Одновременно он станет главнокомандующим вооруженных сил России. Следует отметить, что после выхода Путина на Большой Олимп государственной власти в его бывшем питерском окружении произойдет несколько смертей. Внешних, не связанных между собой, в том числе и Собчака, но я подчеркиваю, не связанных только на первый взгляд. В этом же ряду находится убийство Льва Рохлина, первого лидера движения в поддержку армии. Многие из тех, кто хорошо знает Путина, были с ним в сложных ситуациях, отмечают в нем жесткость, переходящую в жестокость, определенную мстительность и его злую память, способность карабкаться вверх, не стесняясь в выборе средств для достижения цели. Вхождение Путина на пост главы государства ознаменовалось гибелью подводного крейсера «Курск» и 118 членов экипажа этой подводной лодки. Россия понесла колоссальный урон, а причины трагедии, смею утверждать, так и остаются невыясненными. Поражают отрешенность и цинизма Путина, который он проявил гибели моряков. Всем известно, наверное, но повторюсь, на вопрос о гибели АПК «Курск» он, например, хладнокровно и надменно заявил: «Лодка утонула». В условиях обострившихся межнациональных отношений в стране, роста преступности и наркомании среди несовершеннолетних, Путин в числе первых своих решений принял чреватые тяжкими последствиями указ о ликвидации Министерства по делам национальностей и федеральных комитетов, тоже лишил такой возможности, их упразднил, комитетов по делам молодежи и спорта, по кинематографии. Для него оказался ненужным и комитет по вопросам Севера и Дальнего Востока, хотя эти регионы страны обладают многими природными ресурсами, имеют исключительно важное значение для российской экономики. И надо сказать, что результаты не замедлили сказаться. Самым тяжким последствием явилось то, что количество детей и юношей до 18 лет в России сократилось на 14 миллионов человек. В стране более 7 миллионов наркоманов. С карты Российской Федерации исчезло свыше 18 тысяч деревень и сел, ликвидировано более 20 тысяч общеобразовательных школ. Разрушение обороноспособности страны велось и продолжает вестись методично по многим направлениям, в том числе и по выдворению из вооруженных сил профессиональных кадров. И речь идет, уважаемые товарищи, не просто о сокращении, а об изгнании нравственности и патриотизма из армии и флота. Не кто-нибудь, а Путин 15 февраля 2004 года назначил на должность министра обороны Российской Федерации филолога по образованию Сергея Иванова, неспособного к глубокому анализу и выстраиванию оборонной политики на большую перспективу. На смену ему на столь ответственный пост им был назначен Сердюков, занимающийся мебельным бизнесом и не имеющий никакого отношения к военному делу. После этого Министерство обороны фактически превратилось в большую коммерческую площадку, на которой Сердюков одновременно занимает руководящие должности в ряде фирм. Однако Путин не воспротивился этому, ибо считает, что вопросы бизнеса более важными, чем вопросы обороны и безопасности страны. Как и все дилетанты, Иванов, Сердюков не могли и не хотят терпеть вокруг себя профессионалов, умных и нравственных людей. Поэтому они изгоняют из вооруженных сил лучших, наиболее авторитетных, талантливых военачальников. Приведу в качестве примера. Командующий армией
армейской авиации генерал-полковник Виталий Попов, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Михаил Опарин, командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Камоедов, отправлен в почетную ссылку главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения генерал армии Владимир Яковлев. Энергичные деловые генералы, которых знает, любит армия, они были едины с ней, изгнаны сегодня из вооруженных сил. Об отношении к профессионалам я считаю необходимым сослаться на рапорт об отставке боевого талантливого генерала нашей Родины Александра Скородумова, отвечавшего за боевую подготовку вооруженных сил в России. В нем он отметил: армии больше не требуются профессионалы. Не хочу служить, если на должность у нас выдвигаются не по заслугам, а по знакомству. Обвинение считает необходимым добавить и за деньги. Мы обвиняем Путина в планомерном уничтожении военной науки, военных учебных заведений, уничтожении российских разведцентров. По его команде Россия ушла из легендарной военной базы во вьетнамской бухте Камрань, верой и правдой служившей нашим интересам более 20 лет. Потеряли стратегически важный плацдарм для России, обеспечивающий наше военное морское присутствие в Индийском океане и в зоне Персидского залива. После ухода из Вьетнама единственной базой прослушивания для российских спецслужб оставался Центр электронной разведки в Лурдосе. Возможности этого модернизированного в 1997 году российского электронного центра позволяли перехватывать даже сообщения с американских спутников связи, телекоммуникационных кабелей, контролировать коммуникации центра НАСА во Флориде. Министр обороны Кубы Рауль Кастро не без оснований заявил, что 70% развединформации российские спецслужбы получали с помощью Лурдоса. И эту базу Путин ликвидировал. Нахождение наших разведцентров в Лурдосе, на Кубе и в Камране во Вьетнаме являлись жизненно важными моментами в обеспечении нашей безопасности. Их необходимо было сохранять. В. Путин поступил иначе, их уничтожил и, смею утверждать, выполнил волю администрации Соединенных Штатов Америки и нанес тем самым колоссальный урон российским интересам. Отмечу, этого не посмел сделать даже Борис Ельцин, которому следовали такие же предложения американцев. Их уничтожение обвинение расценивает как акт прямого предательства и усматривает в действиях Путина не только признаки, но и полный состав преступления и измены государству. 22 марта 2001 года, 8 часов 59 минут московского времени, по решению Путина была затоплена, иными словами, убита российской космической станцией «Мир». Отечественные космонавты оценили ее ликвидацию как предательство России. Путина, Касьянова, Клебанова и Коптева в «Звездном городке» космонавты прозвали куклу с клановцами, лечевавшими станцию. Решение о своде орбитального центра принято Путиным опять по настоянию президента Соединенных Штатов Америки. По утверждению ученых, Путин утопил в океане не только станцию «Мир». Вместе с ней он пустил на дно многочисленные военные программы, уникальные научные эксперименты. Поэтому мы и заявляем, утраченные возможности от уничтожения разведцентров на Кубе и во Вьетнаме, утопление станции «Мир» в последующем не были восполнены, в том числе и космическими спутниками. Это опять преступление российского президента. В январе 2004 года, во время визита в Дели, министр обороны Сергей Иванов по поручению Путина подписал контракт на продажу Индии тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», который был символом могущества Отечественного флота. По оценкам специалистов, один этот корабль мог бы решить задачу противолодочного противостояния во всей акватории Баренцева моря. Продажу силы и славы российского флота кремлевская власть вновь объяснила цинично и нагло. На поддержание корабля нет у России денег. Однако я должен отметить, что деньги нашлись для Абрамовича на постройку целой эскадры дорогостоящих яхт, которые по своим техническим и прочим данным поражают воображение многих денежных воротил мира. И опять возникает справедливый вопрос.
Что для Путина важнее? Безопасность страны или интересы и благополучие олигархов? Видимо, у всех не вызывает сомнения ответ. Он один – интересы олигархов, на которых он опирается и которые финансируют его выборные кампании. По тем же причинам, по бросовым ценам были проданы тяжелые авианесущие крейсеры «Минск», «Новороссийск», «Киев», крейсеры «Зозуля», «Фокин», «Мурманск», полтора десятка эскадренных миноносцев и больших противолодочных кораблей. С их распродажей Россия фактически попрощалась с мировым океаном и перестала быть великой морской державой. Ее авианосный флот в конечном счете, если уж говорить в целом, заполучил Китай по бросовым ценам, который ныне ведет интенсивную его модернизацию. За время путинского правления военно-морской флот России сократился почти в два раза. Обвинение хорошо понимает, что Россия не может содержать по своему объему флот, который имел Советский Союз. Но мы не можем не осознавать, что после уничтожения союзного государства российские морские территории сохранились почти в прежнем виде. В условиях резкого отставания России в обычных вооружениях от натовских государств, которые невозможно будет ликвидировать в ближайшие годы, последней опорой и основой обеспечения безопасности страны должны оставаться стратегические ядерные силы. Однако здесь, в результате предательской политики Ельцина-Путина, мы имеем катастрофические для России результаты. Остановлюсь лишь на некоторых моментах, так как эксперты подробно дополнят мое выступление. Начну с заявления директора Московского института теплотехники Юрия Соломонова, разработчика ракетных комплексов «Тополь-М», о том, что Россия утратила более 200 технологий по изготовлению баллистических ракет, что существенно подрывает обороноспособность страны. По государственной программе вооружения в России на 2007-2015 годы должно быть закуплено 17 межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М». Однако я должен отметить, что к этому времени будут кратно превышены гарантийные сроки боевой эксплуатации всех, без исключения, межконтинентальных баллистических ракет, зафиксированных в СССР на момент подписания договора о стратегических наступательных вооружениях в 1991 году. И все эти ракеты, уважаемый трибунал, будут сняты с боевого дежурства. В 1991 году Россия от СССР перешло 55 атомных подводных лодок стратегического назначения, и все они к 2015 году будут сняты с боевого дежурства. Трагично то, что с 1990 года по 2007 год в России не было построено ни одной атомной подводной лодки стратегического назначения. Высокой боевой устойчивостью обладал мобильный железнодорожный комплекс РТ-23, ракета которого оснащалась не одной боевой частью, как Тополь, а 10 боевыми частями, разделяющими боевыми частями. При этом в походном положении комплекс имел внешний вид обычного вагона-рефрижератора, поэтому обнаружить его средствами наблюдения было невозможно. Симптоматично, что руководство США совершенно спокойно относится к наличию в РВСН комплексов «Тополь», однако настойчиво добивалась от руководства России ликвидации как раз именно вот этого комплекса, комплекс РТ-23. В 1990-х годах это требование США выполнено не было. Все комплексы РТ-23 оставались, как говорится, в составе наших ракетных войск стратегического назначения. С уходом в отставку Ельцина они по указанию Путина были в течение 3 лет выведены из боевого состава и уничтожены. Я подчеркиваю, самые современные, самые лучшие, что достались России от СССР, им нет аналогов в мире. Сейчас на вооружении ВВС России находится только 13 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 63 бомбардировщика Ту-95МС. Все они советского производства и давно исчерпали технические сроки эксплуатации. В феврале 2009 года Министерство обороны впервые признало,
что около 200 его истребителей МиГ-29 не способны в данный момент не только решать боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Это почти 1/3 всего истребительного парка наших вооруженных сил. С 1994 года прекратило поступление новой техники войска ПВО. И до 2007 года не возобновлялось. ПВО давно носит очаговый характер, обеспечивая прикрытие лишь некоторых наиболее важных объектов. В нашей обороне, воздушной обороне, зияют дыры, самая большая из которых между Хабаровском и Иркутском, около 3500 километров. Я должен отметить, что даже не все ракетные дивизии стратегического назначения прикрыты наземной системой ПВО. Не защищены от ударов с воздуха, как утверждают специалисты, такие центры российского военно-промышленного комплекса, как Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Что касается новинки российских ПВО С-400, то пока их в вооруженных силах всего насчитывается 2 дивизиона. Этого не хватит для прикрытия даже такой страны, как Сербия. Я должен отметить, что военно-промышленный комплекс подвергся жесточайшему расчленению, приватизации, искусственному банкротству и распродаже за бесценок, в том числе и зарубежным фирмам. Процесс утраты технологий в оборонке принял обвальный характер. В 1999, в 2004 годах утрачивалось по 1500-2000 технологий ежегодно. Уходили последние квалифицированные кадры, разрушались уникальные ключевые производства. И самое страшное, сейчас начался новый процесс, вслед за утратой технологий гибнут научные школы. Это действительно страшно, ибо восстановление научных школ требует 40-50 лет. Поэтому Минобороны всерьез намерены закупить импортное вооружение, как уже произошло с закупкой французского вертолета «Мистраль». И уже приходится сегодня нам пользоваться импортной электроникой, вооружением, в том числе и использовать их при строительстве тяжелых стратегических наших ракет. Мы привели далеко не полный перечень деяний Путина, но они позволяют утверждать, что он осознанно, используя властные полномочия, довел вооруженные силы страны до ощутимого краха, который не способен защищать Россию от крупномасштабной агрессии. Обвинение отвергает утверждение об отсутствии у российского государства финансовых средств на содержание армии и флота. На протяжении почти 20 лет льется золотой нефтедолларовый дождь на нашу страну. Но, к сожалению, эти деньги уходят куда угодно и совсем крохи на оборону и безопасность. Мы обвиняем Путина в том, что в результате его безответственного отношения к нуждам вооруженных сил социальная защищенность военнослужащих, военных пенсионеров оказалась хуже, чем социальная защищенность гражданских служащих. Доля семей, вдумайтесь в этом, военнослужащих, имеющих денежные доходы на одного члена семьи менее прожиточного минимума, в 1,6 раза выше, чем в целом по России. Я должен сказать, что такого состояния, такой низкой социальной защищенности не было ни в царской России, ни в Советском Союзе. В середине 90-х годов прошлого столетия Путин грубо нарушил действующее законодательство о пенсионном обеспечении военных пенсионеров, цинично и грубо отказав им в увеличении пенсии в связи с ростом стоимости продовольственного пайка военнослужащих. В результате прямого попрания закона верховным главнокомандующим военные пенсионеры были обобраны более чем на 100 миллиардов рублей. Это преступление носит не только материальный характер, а я бы сказал, в первую очередь, нанесло моральный вред, удар по авторитету и значимости военной службы. Десятки тысяч офицеров, военных пенсионеров, российских вооруженных сил до сих пор не имеют надежного жилья. Однако вместо решения этих сложных вопросов, Путин добился проведения в России в 2014 году Олимпийских игр. На их подготовку и проведение будет истрачено свыше 50 миллиардов долларов США. Это по скромным подсчетам. Но я хотел бы сказать, этих денег с избытком бы хватило на решение жилищной проблемы военнослужащих и военных пенсионеров. Путинское решение явно носит популистский характер, продиктовано стремлением оставить свой след в истории,
Хотя должен отметить, что возможность проведения Олимпиады в Сочи уже сейчас поставлена под сомнение. Это далеко не полный перечень примеров, подтверждающих общую линию разрушительного поведения Путина по отношению к вооруженным силам. Обвинение считает правильным квалифицировать распоряжение Путина, связанное с ликвидацией военных баз во Вьетнаме, Камране, на Кубе, Лурдос, уничтожение нескольких дивизий ракетных комплексов на железной основе РТ-23, а также уничтожение российской космической станции, как враждебную деятельность, совершенную в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Если говорить о языке Уголовного кодекса, то это статья 275 УК Российской Федерации. Ряд его деяний также подпадает под Уголовный кодекс. Однако после квалификации действий, связанных с уничтожением военных российских баз за рубежом, станции «Мир», дивизии стратегических ядерных сил РТ-23, обвинение уже не видит необходимости в дополнительной уголовно-правовой их оценке. Ясно одно, что деятельность Путина в сфере обороноспособности и безопасности страны является разрушительной и опасной для будущего России. В силу этого обвинение считает необходимым заявить о невозможности дальнейшего нахождения Путина на государственной службе. Заканчивая выступление, я хотел бы сказать, так пусть свершится суд и восторжествует правда и справедливость. ГКЧП СССР. Государственный комитет по чрезвычайному положению Союза Советских Социалистических Республик. Совет Министров. Постановление номер СУР-019 от 12 ноября 2023 года. Постановляет. В связи с преступной, антинародной деятельностью исполняющего обязанности президента Государственного кооперативного предприятия Российская Федерация Россия Путина Владимира Владимировича, и неисполнение предписанных законных правовых актов Великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик в лице Государственного комитета по чрезвычайному положению Союза Советских Социалистических Республик, как высшего органа государственной власти СССР, а также в связи с признанием неопределенности физического существования данного субъекта, принимая во внимание резкое ухудшение экономической ситуации на суверенной территории СССР, отстранить от занимаемой должности исполняющего обязанности президента Государственного кооперативного предприятия Российская Федерация Россия Путина Владимира Владимировича без права на обжалование со всеми соответствующими правовыми последствиями.